Дружище, подпишись по-братски, я тебя прошу. В общем, ребят, всем привет. В этом видео покажу вам, как решить проблему с лаунчером Радмира. Вот, допустим, мы запустим его, да, сейчас. То есть мы нажимаем кнопочку «Играть», а она не работает. То есть жмем, допустим, и не работает ничего. Значит, что мы делаем? Кстати, да, на звуки не обращайте внимания, соседи дебилы. Жмем расположение файла. Дальше. Жмем ресурс, projects, крмп. Так, и видим, тут у нас есть самп. Можем создать ярлык, вынести на рабочий стол, все. То есть, тут мы что делаем? Вписываем свой ник, но я думаю, в принципе, вы знаете. Вписали ник, все, дальше мы жмем галочку, вот это вот стираем. Заходим опять в компьютер. Вот это, в принципе, отсюда можно выйти, заходим вот сюда. Заходим в документы. Radmir KRMP Acer Files. Дальше, самп. И вот мы видим чатлог. Открываем ее. Ну, можно, в принципе, без разницы, блокнот. Вот. И, ребята, вот видим у нас IP-адрес. Подключение к вот эти циферки. То есть, троеточие не надо копировать. То есть, просто вот так вот скопировал. Нажал Ctrl-C, либо мышкой, вот, копировать. Все. У меня другие цифры, потому что это Radmir X. Поэтому это не важно. Все, это можно, ребят, закрывать. И вот это вот сюда вставляешь. Все. Ну, вот, в принципе. Все есть, ребят. Вот Radmir X и вот Radmir обычный. Я до этого просто вставлял. Все работает. Все, больше ничего не надо. Также вот вынесли на рабочий стол и можете запускаться с помощью него. Поэтому, ребят, кому помог, подпишитесь. Прямо обязательно. Поставьте лайкос и всем удачи и всем пока-пока.